Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Олег Газманов принял решение самоизолироваться. Исполнитель ушел на карантин после совместного времяпровождения со Львом Лещенко, у которого был диагностирован COVID-19. Артист рассказал, что вместе с супругой присутствовал на торжестве в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. На мероприятии был и Лев Лещенко. По словам Олега Газманова, делать тест он не стал. Дома вместе с семьей музыкант находится уже около 2 недель, передает РЕН-ТВ. Он отметил, что за это время у него не возникло никакого недомогания. Ранее главврач в коммунарке подтвердил информацию о том, что Лев Лещенко заразился коронавирусом. Он был помещен в реанимационное отделение, но уже сейчас его состояние улучшилось. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!